Сделайте ребенка, не ссорьтесь. Дети спасут мир. Маленькие детки с длинными ресничками. Привет, мама, привет, папа. Они разговаривают своими ресничками. Когда ты забеременеешь, ты будешь совершенно невыносима. Разве что в твоих снах. Да, моя дорогая, любовь всей моей жизни. Ты абсолютно права. Я видел это во сне. Закончили. Сделайте ребенка. Ты мне надоела, иди. Ух ты! Обсуждали девичьи секреты? Нет, детей. Неважно. Я забираю Хаят на час. Не получится. Я не могу. Она не может. Я настаиваю. Ты должна выбрать со мной ткани. Должна? Мы выберем ткани, и через полчаса ты вернешься. Что это? Вчера Хашмет дал мне деньги. Зачем он дал тебе деньги? Хочет устроить отдых с бабушкой. Медовый месяц. Медовый месяц? Хорошо. Ты не злишься? Как же так? Серьезно? Серьезно. Делай, как знаешь. Ну и нам забронируй. Мало ли что. Ладно. Азимаханым, к вам гости. Здравствуйте, Хашмет Бей. Здравствуйте. Добрый день. Как вы сегодня? Все хорошо. Давай свою руку. Так нельзя, Хашмет Бей. Мы не одни в доме. Ну и что? Однажды мы ведь поженимся. Давай. Я не могу. Конечно, можешь. Я хочу померить твой палец. Но мы вчера ведь это обсудили. Не нужно спешить. Пойми, я занимаюсь подготовкой. Не упрямься, Азимы. Зачем? Вот так. Отлично. Теперь мне пора. Извините, если помешала. Ничего. Азимеханым, скажите, вы вернули мое кольцо? Мне пора. Вы не ответили на мой вопрос. Аллах, да хватит уже. В этом доме все на кольцах помешались. Забери его сама. Не знаю, отрежь ей палец или что. Но оставь меня в покое. Надо же. Чокнутая старуха. Нет,
Что ты задумал? Хаят, успокойся. Хочу показать кое-что. А я вот не хочу. Хаят. Отпусти меня! Убери руки! Хорошо. Успокойся. Ты чего? Я лишь хочу показать свою работу. Ты мне солгал! Неправда. Это место было по дороге. Потом мы поедем на склад. Хаят, прости меня. Я не какой-то там извращенец. Ладно, извини. Но мне не по себе. Хорошо, понимаю. Это займет не больше 5 минут. 5 минут, Эмре. Да. Да, Мурат. Алло, ты не в Сарте? Где ты? Поехала смотреть одежду. Какую одежду? Ты с Эмре? Да, вернусь через час. Хорошо, не опаздывай. Не переживай. Мне есть что тебе сказать. Скажи сейчас. Давай вечером. Ладно, увидимся. Добро пожаловать. Привет. Добро пожаловать. Значит, это ваш талантливый друг. Простите? У вас красивые рисунки. О чем это он? Скоро сама все увидишь. Хаят, не смотри так. Пойдем. Вперед. Я уверен, тебе понравится. Дизайн, Эмре. Это же зимние сказки. Мурат об этом знает? Разве так можно? Кто ты такой? Как ты мог? Кто тебе разрешил? Хаят, успокойся. Сарта этого не выпустит. Все хуже, чем ты думаешь. Тогда и ты не выпускай. Хаят, ты ведь мечтала об этом. Я могу воплотить это для тебя в жизнь. Кем ты себя возомнил? Скажи спасибо, что ты друг Тувал, а то сидел бы уже в тюрьме за воровство. Ich glaub an Lamar.